Зашли в Перлу после Хэллоуина в Пизане. И знаете, я в шоке. В костюмах только мы. Местные не совсем понимают мой наряд. Ну, а мне это даже нравится. Что-то в этом есть. По крайней мере, виски нам уже прислали. Мне кажется, это вон тот чувачок на Мазерати. Ну, он, в принципе, ничего. А сколько, кстати, времени? Носки замочены, рубашка Андрюшки не поглажена. Официант, можно счет? Я пошла. Домашние дела прежде всего.